Всем-всем привет, с вами Кейн и Краулер. И сегодня мы продолжаем проходить Лордов Подземелий. Да? Угу. Можешь не трогать сундук. А ты рискни. Опять зависну. Ну, так помню, опять пришли не к той хибаре, которая нам нужна, да? Ну да. Не хочет ломаться. Я слышал там страшные звуки. Там колбасишь мышку. Да что ж так, иди. Ой. Один, я тебя догоню. Да тут змейки еще. А, они слабые. Если б я знал, куда идти, то сдвольсь. Ай, блин! Твой любимчик. На книге написано секретный код. Что там за книгу получил? Без понятия. Ой, могу ходить сквозь сундук. Можешь мне в него как-нибудь сесть? Нет, нельзя. Так, ну я хочу забрать противояди, слушай. Я, наверное, умру прямо здесь, на этом сундуке. Так, куда противоядие делать? Эй, эй. Что на в нем? Нет. Да что ж такое-то? Иди ты вскрой. В классике же вроде это, инвентарь был неограниченный, нет? Ограниченный. Что это, что у меня он вообще не прокачан, скилл этого? Ну, ты понял. Взлом замков. Я буду скрывать этот сундук прям до вечера. У меня тоже не прокачан. Прям до конца серии. А что за посохи валяются? Да это вот это, с них выпало, да, я выкинул всякое говно. То, что у меня инвентарь полный. Давай, ты же с детства их открывал. Эти сундуки. Четыре комбинации. Пропустил. Было бы три, открыл бы давно уж. Аллилуйя. Хм. Град. Куда идти-то, блин? Какой-то башни или хибарки, как ты говорил вчера. Там должен жить какой-то... То ли маг, то ли кто. Муж кровь должно отнести. Где эта хрень, я... Круто. Даже у меня не... ведро золотое теперь. Дэм. Ладно, пошли. Вон туда, если... Там леса какие-то. Если судить по карте. Там болото. Да. Или сае болото. Mm-hmm.
Так, это норд, это что, север? Да. Блин. А мы вверх бегали, что ли, уже? На север. Мы как бы вот в этой нижней части, по-моему, тусили, вон там точка, типа башня. И все, и тут наверху только где-то. Да он в болоте есть справа вообще-то. Блин, ну это не туда мы идем, вот точно не туда прям. Ладно. Справа, подожди, справа. Болоте. Нам еще в город надо миссию сдать по-любому. Где ты тут справа что увидел, я понять не могу одного. С кем там вообще дерешься? А, с мышками. Мышки. Че, за мной не побежишь, что? Новогодняя елка веди. Пошли. Да он у тебя неуклюжий такой, знаешь. Да. Блин, почему у меня только ведра есть? Ведра? А что, ты хотел лейку на голову? Ну да, я хотел воронку. Куда мы идем-то? Штаны надо одеть другие. Разве в... Ой. Бронзовые штанишки. Угу, окей. Mm-hmm. 64 броня. Это мне ни о чем не говорит. Да, это был 26. Сейчас город прогрузится, жители. Так, надо сдавать миссию. Миссии. Где? Вот здесь вот, что ли? По-моему, да, мы тут были. У меня ведро непростое, оказывается, там коронка над ней. Да ладно. Блин, неслась, чувак. Че я взял? Да, что-то мне дали 25 тысяч опыта. Нормально вообще. Что-то 301 хонора. Хонора. Честь, да. Эти лестницы и лифты в этой игре меня доконают. Кстати, там лифтов, надеюсь, больше не будет, нет? Будут порталы, которые, наверное, тоже тебя любить не будут. Ну, порталы не лифты, поэтому будем надеяться, что мы с ними подружимся. Да, сразу. Какой им? Горячительного чуть надо. Это ж порталы. Я же убил все, сделал, что им надо-то. Блин.
чиниться надо. Торговаться надо, мне все продать надо, тут лишнее. А как это определять теперь оружие? Никак? А, оно все определено, смотри-ка. Звук стал страшный при продаже. И что, это все, что ли? Раз. 20 ячеек все в этом, в инвентаре. Там еще запасной этот. Что? Ну, ящик запасной, туда всякая параж складывается. А, вот ключи. Эликсиры, магии, кольца. Щит гоблинский какой-то. Наплечники. Звук ужасен. Опс, кажется, я что-то продал. Ладно. Шляпа. Sorcerer's Hat. Я-то не знаю, как это переводится, ладно. А, да тут... Ай-яй-яй, я что-то не то продал, погодите-ка. Там синяя шмотка была. А как посмотреть? Блин. Наведи на неё, ё-моё. А, это лук был. Синенький такой. Ладно. Ты какой магией умеешь пользоваться? Чем не умею пользоваться? Магией какой? Не умею. Умеешь какой магией пользоваться? Никакой. Так, подожди, а как шмот сравнить-то? Че никакой, какой рунной магии, блин, какая там еще есть? Сам посмотри. Чему я... Ты там играешь, не знаешь, какой ты магии можешь пользоваться, какой нет. Чему я не ношу? Да подожди, ты играю. Армфлес 4, армфлес 24. О, мне подчиниться надо, кстати. Так, ну что там сообразил, нет, куда мы идем? Нет. Стреляю. Пошли тогда хоть куда-нибудь. Как здесь подняться? Понятно. Все с ней неладно с этой игрой. То там лифт не будут поднимать, то просто мужичок болтать не будет. Это в золотом здании, блин. Какое оно после этого золотое, а? В одиночный все нормально. Мы тут были, что ли? Да, мы были. Мы в этом городе везде были. Забыл? Нет, меч надо сдать. Где-то мы не были. Арена дурацкая. Вот здесь вот что ли? Нет. Вон там. Вон. Да, там по-моему на втором этаже где-то кто-то был. Ой.
ездили. Там все-таки. Так, топором, походу, мне какой-то там не хочет продавать, но он мне и нафиг не нужен. Ну, я купил. А он мне что-то сказал, типа, недостаточно сильный, что-то такое. Слабак, это же дрищ там вообще. Да, эльф дрищ. Все по канонам. Нету никого. Где еще эта гребаная миссия? Да ладно, забей, что там за миссия-то такая? А, мне все, все пошли. Тадест. Так, ладно. Блин, небольшой шанс есть все-таки. Все-таки. Интересно, как ты тогда-то находил? Когда один играл? Когда был еще школа? Долго бегал. Читай указатель. Да что-то не сказано такого, что она может помочь. Сколдуны всякие. Ай-яй-яй, что ты там такое страшное делаешь, чувак? Я говорю, у тебя там типа что-то распечатанная карта какая-то была. Данжер лордов-то. Там никаких. Там бар-бар нет. Отметок не было. Понятно. Этого чувака не отмечал башню. Что-то какое-то предупреждение в виде головы и двух косточек мне не радует. Кого тут боец? А вдруг вылезет какая-нибудь страшная хрень? Да ладно. Я все еще на это надеюсь. Вон. Ужасные твари. Да. Я чек оставлю. Я задыхаюсь от ее одеколона. То же самое. Дайте мне что-нибудь остануть. Во, вот так. Куда фаербол полетел? Офигеть. Мам. $300. Окей. Бывший президент США. Не туда. Она открыла дверь мне. Че надо, с кем говорить, кто главный-то? Вот этот. Дай мне пароль. Он говорит только А у кого это дерево дебильное? У меня дерево, а че он тогда хочет? О, там призрак это... появился. Ты заморозил? Да все, она труп. Let me pass.
Ну ты, блин, каменная голова. Вот там что-то еще угрожает, слышь. Дай, там... говорит, нам пароль или что-то там. Вообще, говорит, дай ему слово, иначе мы там что-то сделаем. Давай присылай своего второго призрака. Попробовать скинуть. Не скидывается. На правую кнопку мышь. Ну. Не скидывается. Мне должен это дерево дебильное показать или... Интересно. Или... Или попробовать воспользоваться глюками и перепрыгнуть их. Подожди, ты не толкайся. Ай-яй-яй. Башка лысая, соскальзываешь, да? Вообще. Проблема. Так, ладно. Быстрее застрял. Куда тогда идти-то? Вообще он хочет услышать какое-то слово. Говорит, мы должны услышать слово. Слово, блин. Да-да-да. Пошли дальше искать этого полудурка. Ой, рыбка. Не одна. А целых дофига. Так в чем он вообще жил? Он в доме жил или в этом? В башне? Или в башне. Тут не может быть такого, то что знаешь, как в некоторых играх. Рандомно мир создается, некоторые там башни в левые точки ставятся и так далее, нет? Здесь все всегда одинаково. Да. Там наверху мы были, да? Угу. Вон туда попробуй сбегать. Ай, ай, ай. Да ладно. Не, у меня так не получается, знаю почему. Ноп. Не читер, да, не бага-юзер, признаю. Ну беги. Что-нибудь скажу. Нафига ты обратно в эти болота-то возвращаешься? Мы же оттуда пришли. Я на костер иду. Блин, или мы на костре тоже были? Были, были, мы тут везде были. Там сундучок вроде был возле этого костра, мы его вскрыли. Ага. Нет. Что нет? Мы тут не были. Ты наврал. Как ты костер за горой увидел? Супермен. Зрение у меня. Супербагамен. На карте точка отмечен. Где наверх-то вход, блин? Окей, да тут гоблины уже пришли наверх вход.
Привет, ребята. Да в жопу, гоблин, вход найти. Да, я тут все-таки поразвлекаю их маленько. Все, что ли? Самонаводящиеся фаерболы, а? Ты цель захватывай. Да, в том-то дело, я их не захватываю даже, а там сам куда-то наводит. Как наверх попасть? Ксироманы, противоядие. Все, отстой. Страх. О, у меня есть теперь заклинание страх. Круто. Наверх, это уверен, то, что вообще что-то есть наверху? Ну, дырка в потолке есть. Так. Напротив были, нет? Ты это меня спрашиваешь? Да. Ты же говоришь, здесь были, там костер, там сундук. Похоже, тут просто забыли запилить лестницу. Да. Нет. По-моему, да. Есть вариант что-нибудь подуть, и она спустится. Откуда? Сверху. Я там не узрел там лестницы, не ходишь наверху. Ну ладно. Подуй. Ты опять стаю гоблинов нашел, а? Не знаю, все твои, ребят. Не, это твои, походу, подписчики. Да их вообще не трогают, не ко мне приходят. Да они за тобой бегут, если что. Ты тоже за мной бежишь? Да, и они рядом со мной за тобой бегут. Они мне даже внимания не обращают, тут двое таких. Ну ударь. Ну ударь. Ягрис, судя по всему, сейчас будут еще блинов. Еще штук 5 появится от сил. Ну а ты вверх беги. А я за тобой пытаюсь бежать. Беги вверх, нефиг за мной бежать. Да вверх. Че ты потерял, чувак? Блин. Там слева такая темная земля, мы там были. Слева? Ну по карте, если смотреть. Нет. А, туда не попасть, да? Понятно. Телепортироваться. Беги влево. Окей. Паучки, идите вы куда-нибудь подальше от меня. Ну чё там? Тут дерево. Я тебя обрадовал, да? Угу. Да, тут дерево, тупик. Больше нифига нету. Ой, чё-то вас как-то много стало, ребят. Что там опять нашел? Я зарядил топор.
Зачем? Короче, топор, который купил, это молот у этого чувака. Я его как-то активировал на этой штуке, у него какие-то добавились эти... статы? Да. А он все равно мне нафиг не нужен. Опять-таки какой-то костерик. Но этот не отмечен был на карте, кстати. Че тут нету? Там болото, мы в них были. Северные земли, может, вообще не здесь, блин. Но если судить логически, то это южные земли. Запретные земли. Тогда в болото и правее взять. Пошли. Как квест называется? Джей... Джалхаус... А, Блуз? Нет. Wizard Secret. Секрет. У меня вообще такого квеста нет. Ход только у тебя, потому что предмет у тебя. Там чё наверху, куда я бегу сейчас? Там тоже какая-то точка такая. Амтёлк. Костёрик. Ё-моё, а. Башня вон там. Где? Сверху. Окей, кажется, я понял где-то. Типа здесь, походу. Ладно, побежали, чё. Догоняюсь со своей распрыжкой, или как у тебя называется. Чит-свойство. Завидую, что не умеешь. Баг-свойство. Да нет, вот компанию такую собираю. Вот себе бегаю. Я не участвую в твоих вечеринках. Как пожелаешь, тут весело. Я тебе еще сейчас приведу. Да нет, спасибо, я уже в городе. Дверь не закрывай. You be honest? Wow. Что бы это бы значило? Твой же друг стоит у входа. Какой? На меня похожий. Твой. Сейчас я им по-быстрому по башке настучу. Куда он пропал-то? Исчез. Давай, до свидания, говорит.
Как мы там через озеро пройдем? Будем плыть? Какое озеро? Ну, там же типа по дороге озеро какое-то или что-то такое, да, озеро. Я имел в виду вот сверху точка. Прям в самом-самом верху? Нет, это остров пониже. А, ладно. Блин, тыкву на карту, маг махает мечом. Шикарно. Окей. Костерик. Точно то место. Ну, из нас двоих проходил игру до этого места только ты. У меня не было карты. Какая разница? Че, какая разница? Вся местность друг на друга похожа. Там болото, тут леса. Листва. Да. С тобой волки бегут. Там трава. Там еще что-то. Зачетно бегут. Обогнал одного. Я предпоследний уже в гонке. Пропали. Далеко, блин, ты убежал с ними. Пропали волки. Печалька. А я так надеялся собрать, знаешь, такую большую компанию. И посмотреть вообще тут... Вся карта на всю сразу, да, этот? Да-да-да, побольше, знаешь, там некоторые же враждуют между собой устроить там. Массовое такое месилово. Да-да-да, кто кого. Я устал, а ты? Я хочу добежать все-таки до этой башни, осталось чуть-чуть. Беги, скажешь мне, там, то место это или не то. Ты вообще должен был со своей припрыжки меня обогнать. На два раза уже. Ну, тут бугры, поэтому как бы... Она не везде работает, распрыжка. Так, а вот нашел там? Нет, ну, судя по всему, найду буквально через 3-2. Ой, я тут сундук нашел. Прям посреди поля стоит, прикинь. Какой-то странный. Давай открывай. Ты у нас спец. А, ну да, с тобой бегут, кстати, фанат твой. Какие-то они совсем странные. Поэтому о, некоторые как... бегут, а эти вот пешком как идут. Их много? Не, у меня столько нет фанатов. Так, а я сейчас этот, своих позову. Даже не фанатов, подписчиков, бля. Не, они слабые все. Открывай сундук давай. Тут разберусь. У меня фаербол сразу по двум, короче, фигачит. Двойной фаербол? Нет, с двух стволки бьешь? Одинарный. Они встали возле тебя такие, смотрят, пока ты открываешь. А это твои, что ли? Нервирует меня. Не стойте над душой. Ну и что, там что-нибудь было, нет? Ничего интересного, левый сундук. Пропустил поворот. Чё-то у меня там подозрение, что это не башня нифига. Блин.
Я еще и не добежал, поэтому можешь маленько поинтриговать. Да. Если у тебя есть оружие с такой же руной, можешь активировать. Оружием я вообще только этот кинжал один. Маги, если только ты имеешь в виду. Черт, подели. Фёрт подери. Так, ну и где эта фигня-то? Какая? Башня твоя. Тут точка, если что, на карте просто... миллион. О. Вон еще одна точка. Все там швыряют всякое. О, прикольно, они друг друга тут перебьют сейчас. Своими магиями. Че, биться будем? Наверное, че. Там биться-то, я смотрю, я зря создавал так, по-моему, этих. Или че, или серьезные типы вот эти. Да не, не похоже. Восьмой левел, серьезный, лол. Че, не заморозка? Ты моих, что ли, уже бить начал? Не знаю, я тут всех подряд. Где эта чертова башня? Развалины какие-то. Давай серию на этом зарешим. Слушай, примерно минут 40, наверное, тут бегаем, тупо по всем этим лесам. В общем, я надеюсь, вам не понравилось. Как мы бегали, да, чай. Ну, это очень интересно, ну, конечно, что-то. Такие леса, такие деревья, все такое. О, призраки еще. Я думаю, вам это понравилось, обязательно понравилось. Да, поэтому ставим лайки, подписываемся на мой канал, подписываемся на новый канал Краулера, ему там... поддержка нужна в виде подписчиков. Всем удачи и пока.